Всем хачки, с вами Александр, это канал Аймбот, и у нас игра DC Legends. Поиграем сегодня в эту игру, посражаемся новым вот этим персонажем, Черной Молнии, и также мы его сегодня прокачаем, посмотрим на его навыки и тому подобное, впрочем, все как всегда. Значит, отправляемся сразу же в героя, смотрим, что мы можем с ним сделать, апнуть его сможем на легендарную сущность, на первую, соответственно, и, в принципе, после чего посражаемся. Так, где же этот у нас товарищ-то? Нам товарищ-то или не товарищ? Ну-ка, найдись и повысься. Повысься, я не знаю, рифмы нет у меня просто-напросто. Это Черная Молния, вот он перед нами, выглядит он таким образом, в прощальный костюм его вот такой вот. Потому что сейчас он изменится, и я думаю, что изменится он, как всегда, в лучшую сторону. Потому что ребята, которые получают легендарную способность, легендарную сущность, они становятся еще более крутые, более такие брутальные. Девицы более еще какие-то там, ну, не будем об этом. Значит, что? Жмем. И вот она, наше счастье, да? Ну-ка, давай-ка. Ну, как я и говорил, он оброс немножко какой-то броней, вот такой вот желтый, да? То есть он стал еще вот такой вот более. Что-то на нем больше стало всяких элементов, эффектов. И тому подобное. Значит, что у нас? Идем сражаться? Что мы можем еще сказать по этому поводу? Ну, перед тем, как перед сражением, значит, еще раз посмотрим, что по легендарным способностям нам добавилось. Потому что что-то да добавилось, потому что в прошлый раз, по-моему, вот эти два навыка мы и не почитали, не посмотрели что-то как и что почем. Поэтому сегодня будем смотреть. Также уже довольно-таки на улице поздно, и возможно, что хромакей даже и не удалится у меня. Поэтому либо удалится, ну, с каким-то там не очень хорошим эффектом. Либо на мне это будет отображаться, либо это будет отображаться на хромакее. Поэтому я приношу свои извинения, и поехали. Поехали смотреть, значит, легендарная способность улучшаем. Смотрим, что у нас получается. Значит, сам навык я тоже прочту и сразу с доп вот этим способностью. Легендарный, да. Слабый особый урон и одно снижение интеллекта по одиночной цели. Вот. Двойной урон, если на черной молнии есть эффект сверхлечения, добавляется. Неплохо, на самом деле. Сильное сверхлечение и минус один отрицательный эффект с одного союзника. Угу. Накладывает эффект сверхлечения на остальных членов команды. Неплохо. Далее. Наносит особый урон и всегда снимает 3 положительных эффекта с одиночной цели. Накладывает по одному слабому сверхлечению на всех союзников за каждый снятый положительный эффект. Ну, то есть везде бафает сверхлечение. Ну, может, это и хорошо, конечно же. Так, значит, пассивная способность. 25% вероятности оглушить противника, когда он наносит урон черной молнии. 4 повышения интеллекта при активации биоэлектрической контратаки. Ну, пассивная способность. 75% вероятность наложить 25% истинного исцеления на союзника в начале его хода, если его запас здоровья ниже 50%. Также снижает время восстановления и перезагрузки на 1 при активации энергетической ауры. Ну, все в основном такое на поддержку. Я не знаю, такой боец вообще заиграет ли он. Он заиграет ли? Пиши мне в комментариях, как ты думаешь, вообще Черная Молния вообще заиграет или нет. Насколько он хорош? Потому что, ну, мне кажется, что он все-таки слабоват, и он больше на поддержку, больше на какие-то моменты подхила, и в то же время он все равно не может никого при этом хилить. Дамага от него, блин, хорошего не жди. И как-то я не знаю, что же сделать с этим делом. Вот, и дамаг не дамаг, и лекарь не лекарь, и в то же время просто поддержка. Вот, ну, сверхлечением, конечно же, но как-то не знаю. Мне кажется, не очень. Давайте отправимся все равно, посражаемся, посмотрим. Легендарную способность, я даже не знаю, если честно, что ему в первую очередь прокачать, где легендарную. Скорее всего, двойной урон, если на черной молнии есть эффект сверхлечения. Я, скорее всего, наверное, прокачал вот это первое. А потом, наверное, прокачал бы. Что бы я потом прокачал бы? Интеллекта.
Ну, я вот даже не знаю, что качать. Вот это я однозначно прокачаю первым, и я это сделаю прямо сейчас. А вот с остальным очень-очень такой прям момент очень интересный. Как бы и на команду бафаться хорошо, и в то же время на себя. Но мне кажется, на себя вот это вот не особо ему нужно будет, ему лучше все-таки команду тогда тащить. Поэтому, скорее всего, я потом прокачал вот это, прокачал бы потом вот это вот. Ну, а здесь уже... Что хотите, качайте, там, 4-5, мне кажется, вообще без разницы, что вы будете качать вперед. Вот, что это, ну, наверное, лучше вот это сперва прокачать, потому что в самую последнюю 5. То есть, вот так, как и есть по порядку, 1, 2, 3, 4, 5, вот так и качать. Ну, мое мнение, я могу ошибаться, поэтому, если что-то я где-то ошибся, можешь мне написать в комментариях, скажешь, бот, ты ошибся, надо прокачаться, совсем было по-другому, ты сказал неправильно. Но это мое мнение, тебе... Ты вправе согласиться или не согласиться с ним. Мы вращаем рулеточку, пока есть возможность. Давайте повращаем рулеточку. Потратим сегодня все вот эти вот штуки, вот эти вот ключики, я не знаю, фонарики зеленые. Оу, даже вот так. Неплохо, неплохо. 300 голдишечки, это хорошо. 300 голдишечки, это ой, как хорошо. Ну, это такое себе. Ну, для улучшения почему бы и нет, сойдет. Тем более, что это халявные предметы, которые мы получаем в рулетке, на ключики, на вот эти вот я не тратился, ну, на что, на фонарики, наверное. Вот, я на них не тратился, поэтому, в принципе, это неплохо. XP-шечка тоже хорошо, тоже все пойдет, все, халявочка, все, все классно. Конечно, если падала бы золотишко, были бы еще какие-то более такие классные... Угу. Моменты были гораздо-гораздо интереснее. Фонарь поменяли на фонаря, и, блин, как-то не особо это круто. Но окей, если фонарь на фонаря менять, то можно до бесконечности крутить рулетку эту, и прям вообще будет топовый контент, бесконечный нон-стоп стрим, просто и все, и делай, и все, и общайся. Значит, что мы еще получили? Что-то мы получили, вот получили какие-то вот прочие ништякосики, забираем, все, поехали, ребятки, поехали, не будем затягивать, поедем быстренько наваляем кому-нибудь, я бы навалял, наверное, лисицы бы, но, блин, лисица еще недоступна, потому что хотелось бы там посражаться, ну... Давайте отправимся, наверное, тогда сюда. Я не знаю, куда отправимся, но куда-нибудь, наверное, сюда. Отправимся сюда, посражаемся. Давайте вот сюда, почему бы и нет. Посмотрим, попробуем что-нибудь сделать. Также, конечно, было бы его неплохо бы еще улучшить бы. Кинуть на него что-нибудь, хпшечку какую-нибудь сейчас, погодите. То есть экспишечку, хпшечку. ХПшечку тоже, соответственно, XP-шечкой мы это дело подымем. Давайте немножко мы его прокачаем, потому что он совсем ватный, он вообще никакущий будет. Я понимаю, что это классно, наверное, круто, но, блин, это не круто, потому что он первого левака, и он, в принципе, ничего не сделает, он просто помрет, как не знаю кто, помрет, просто сделает, и все, и не будет его. Давайте прокачаем вот так, хотя бы 12 левачков, 13, давайте выберем вот это вот, ну и, в принципе, все, больше ничего я не могу с ним сделать. Остальное я не буду ничего в него вкидывать, вот. Как есть, так есть. Значит, поехали. Еще можно повысить, конечно, уровень снаряжения, потому что, в принципе, мы можем это дело сделать. Давайте тоже вот это вот закинем, потому что, блин, наверное, надо. Хотя мы второй уровень тратим, нет, не надо. Зря я закинул, честно я тебе скажу, зря. Ой, как зря. У меня мало таких всяких разных нужных вещей, потому что, я не знаю, их мало. Возможно, я просто редко играю, поэтому у меня мало всего нужного. Значит, отправляемся все-таки наконец-то в испытание героев. Ты дождалась этого момента, так что можешь поликовать, можешь теперь это дело узреть, да. Сейчас я буду сражаться. Буду сражаться с очень сильным, серьезным противником, который меня вынесет по-любому. Черная молния не жилец, 100% айфа. Вот, потому что мы сейчас убираем вот этого товарища и ставим вот этого товарища. Сделали бартер, да, убрали более сильного, поменяли на более слабого. Окей, тоже вариант хороший, но не особо прям нужный был бы. Вот, у меня, по крайней мере, здесь есть два сильных персонажа. Один очень неплохой, сильный, да, Лавайер, второй, в принципе, Грязноликий, тоже довольно-таки неплохой боец, провокатор к тому же, да. Единственное, что у меня там никого нету хила, и здоровье хилить некому просто-напросто. Лавайер еще можешь сама себе подхилить здоровье, ну, только себе. Вот, остальные ребята, девчата, то есть вообще ничего не смогут сделать, поэтому, блин, это печально на самом деле. Здоровье некому будет поднимать, но будем стараться сражаться. Наша первостепенная задача, что? Посмотреть на персонажа Черная Молния. Теперь в полном объеме, какой он есть, да, то есть, как он сейчас по-новому выглядит. Анимация, конечно, к сожалению, никак не меняется, за исключением того, что внешнего вида, и все. То есть анимация остается все та же. Еще бы менялась бы анимация, что-то добавили, было бы гораздо интереснее, было бы гораздо прикольнее бы качать бы
именно, да, легендарной сущности был вообще топ. Топ. Вот прям разработчикам был бы респект за такое вот обновление, чтобы была доп-анимация какая-то. Хотя бы определенного там пятого скилла, вот этого, ну, самого последнего, например, там какой-нибудь скилл, да, допустим, не пятый, а третий, допустим, ульта, вот это вот, чтобы она раз, как-то, чуть-чуть, и менялась бы. Ну, нет же, ладно. Это мечты, и это вряд ли будет и явью, поэтому поехали. Первая волна, поехали сразу же. Единственное, зря я сразу же начал атаковать, потому что надо было что сделать правильно? Надо было на нее набафать. Какой я вообще прям капитан очевидности. Да, я такой. Я могу. Да, так вот. Хорошо, плохо. Хорошо и плохо одновременно. Ты представляешь, такое может быть еще. И хорошо, и плохо. Прям вообще. Что такое, товарищ? Ты что там подвис? Давай. Что-то прям реально висит у меня. Я не знаю, что происходит, но реально висит. О, вот это было серьезно. 4000 просто. Просто. ХПшечки в ответочку. Давай. Ох, полетело так как хорошо. Причем даже не в бонус-класс, а просто был так это. Блин, ну неплохо. Она прям кританула так. Прям вообще огонь. Огонь. Так, давай-ка ты сейчас пока еще атакуешь вот сюда. Блин, у нас команда определенно одинакового навыка. Одинаковые стихии, скажем так. Вот 7к был. 5к. Неплохо. Провокация плохо. Провокация плохо, потому что мы вот этого товарища сейчас добить не сможем. Это будет фу, это будет отвратно. Это будет... это будет хорошо, если мы будем бить вот так вот. Давай-ка ты еще на себя бафнись, заодно хп-шечку подумаешь. Вот так, отличненько. И в то же время ты будешь сильнее, будешь мощнее. Значит, давай-ка ты, товарищ наш, бей-ка пока сюда, что. О, неплохо, тоже довольно-таки неплохо. Так, мы сейчас будем пока сражаться первый... атакой, потому что, ну, будем копить силушку, как говорится, силушку богатырскую будем копить и будем отвечать очень сильно потом. О, 10 тысяч, это вообще огонь. Вообще огонь был! Вау! Просто сильно, мощно, просто круто. Нереально круто. Так, 3000 это плохо, надо бафаться надо, лавайер должна раскачаться, разогнаться и... тогда мы сможем победить. Блин, у меня фонарь еще на самом деле бьет в глаз. Прям вообще честно, неудобно. Мне просто глаз уже начинает болеть. Он просто светит мне в него. Блин, я не знаю, хоть с одним глазом сиди вот так вот. Все видео. Потому что жесть какая-то. Окей, давайте-ка попробуем, что у нас. Вот этот слабый боец. Давайте. Блин, опять не разогнал лабаэрта. Что учитывает? Ну ладно, окей, попытаемся сейчас хотя бы сделать следующее, быстренько его вынести, если получится. Тут от товарища, чтобы он хотя бы не ходил. Так, нет, не минус. Давай-ка. О, да ты покушаешься-то на кого? На кого ты, женщина, покушаешься? Ты понимаешь, на кого покушаешься, женщина? Вы что, издеваетесь? Вы не можете добить этого несчастного, блин. Ну, давай, жахни, давай, подхилься. Окейушки, давай, добей его, наконец-то. Вот так ему, я говорю. Так, отлично. Ну, окей. Почему-то я первыми скиллами. Все. Окей, давайте сюда. Ну, вообще, есть реальная прям тема, что мы можем победить, по сути дела, сейчас. Если быстренько вынесем противника вот здесь, вот, то, в принципе, мы можем даже выжить всеми персонажами, что будет очень довольно-таки круто. Блин, вот это же довольно-таки не круто. Давай-ка жахнем третью сультушечку, спектриемчик, вот этот, прокатимся по ним. А не спримчись, по-моему, оглушенец или еще что-то должно было сработать. Но нет, увы, не сработало. Блин, да сколько же на мне дебафов висит, это просто жесть какая-то. Нереальная какая-то жесть. Так, ты что сможешь делать? Что ты можешь делать? И что это было? А, ну ты типа, ну понятно. Ну я понял, ну ты понял. Ну ты понял, Нарна, да? То есть он просто себя снял дебаф. Может что-то бафнул? Ну нету бафа никакого, он просто снял дебаф себя. Это такое себе было. А, ну хотя и здесь дебафы упали. Может, в принципе, если тогда со всех снял дебаф, то это уже будет более темная тема. Хорошо, давай-ка пока сюда. Вот это сейчас пацана добьем, потому что я вижу, что там бонус-класс у нас срабатывает, все хорошо. Это хорошо, что у противника бонус-класс не срабатывает еще. Будет прям вообще топ-топыч. Так, что ты, девица? Давай-ка бафайся. Бафайся еще, давай хилься, бафайся. На тебя сейчас вся надежда, потому что иначе никак. А иначе что? А иначе никак. Давай-ка бей. Я мог провокацию сделать, но нет, мы сейчас добьем противника. И давай-ка вот сюда. Все, сейчас пойдут все спецприемы в туда. Все пойдет туда. Немножко позже, потому что лавайра сейчас пока будет критовать вот так вот.
Значит, мы сейчас третью ультушечку тоже используем. Смотри, смотри, вот, вот что мы можем. Вот что мы можем, черной молнии. Мы можем подняться, ударить молнией, но это было как-то... Слабо. И не эпично, как бы, и слабовато. Так, давай-ка бафнись, товарищ ты наш. Окей, вот он я, вот он, вот такой вот я сильный. Давай-ка теперь твой выход. Давай, давай, давай. Окей, шпилот. Давай. У, по щам, по щам. Ой, как больно. Блин. Так, погоди. 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 Нет, 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 нет. Так дела не делаются. Дела так не делаются вообще никаким образом. Ням-ням-ням. Давай-ка, давай-ка вот так сделаем. Попробуем сейчас вынести по максимуму. Ну-ка, поехали. Хац. Жмем третью ультушечку, спецушечку. Блин. Жмем и жмем. О, да. Сработало. Сработало то, что я хотел. Молодец, Лавайер, прям вообще топчик. Красавица просто. Просто красавица. Ну, не в прямом смысле этого слова, да. Потому что она и так красавица, но, блин, то, что она делает по красоте, это вообще реально делает. Она такие вещи прям. Ух, какие вещи она делает, прям вообще огонь. Огонь, молния просто, молния, я бы сказал, молния. Потому что огонь здесь неуместен, а электрическая такая девица прям. Energy, energy. Значит, что, все, в принципе, мы отсражались. Немножко посмотрели, что у нас делает боец. Я думаю, что не стоит затягивать большое видео по этой игре. Потому что, ну, во-первых, мы уже посмотрели на все спецприемы. Я думаю, тебе более не будет ничего интересного от меня услышать и увидеть. Потому что более ничего я тебе не могу рассказать, так как я играю в эту игру чисто любительски, да. Ну, чтобы поддержать видео по этой игре, чтобы вообще... Ну, мне игрушка в целом, она мне ничего. Ничего. Единственное, что я как бы по ней упустил моменты, и блин, она старенькая. Я начал играть, она уже была старенькая довольно-таки, и наверстывать в ней, но это очень тяжело. Проще начать с чистого листа в новой игре, и немножко это все-таки будет попроще, нежели чем наверстывать в старой игре, когда уже все прокачаны и тому подобное, все такие вот дела. Вот, ребятки, понравилось видео, поддержите эту игру, от вас лайки, комментарии, также не забываем поделиться видео с друзьями в поддержании этой игры. Вот, также, кто не подписался на канал, подписываемся на канал. Будут видосики по этой игре еще выходить и по другим каким-то играм, которые, возможно, ты будешь играть, играешь, или в следующие игры, которые новые выйдут, возможно, ты в них будешь играть. И я тоже их, возможно, буду писать, кто знает. Я еще сам не знаю, и ты, наверное, тоже не знаешь об этом. Вот, на сегодня да все, ребятки. Хорошего вам настроения, хорошего вам дня. Всем пока-пока.